тактильная плитка, ты как кафешку сделали. Смотрите, как прикольно, да? Лампы, света, конечно, хватает. Наверное, мне кажется, каждая лампочка как-то светит по-разному. Возможно, вентиляторы, чтоб не жарко было. Ну что, народ потихонечку просыпается, вот. Кто-то позавтракал, то есть покушали какие-то бутерброды, типа, все это самое. И вперед. Ну что, красиво, мне нравится. И на фоне того, что вот такой каскадик, и вот там он сейчас снег лежит. Вот. Видите, как здесь бордюров таких нету. Тактильная плитка — это для тех, кто, ну, не зрячий, скорее всего, вот как раз в этом направлении. Вот так вот. 5-15 евро. Ну, видите, футболки обычно, если в немцах там 2-3 евро начинается от дешевых, да, то здесь вот такие цены. Вианелло. Парам-парам-парам. Ну что, красиво, мне нравится здесь. Вы знаете, глазу приятно. Хубертсхоф. Хубертус или как-то. Казино. Вот что-то вот здесь, как-то вот видите, казино, пожалуйста, открыто. Велден. Вы знаете, сидят на свежем воздухе вот такие пуфики, плюс еще такие типа совчинки еще дается, вот, ну, подышать свежим воздухом, да, вкусный горячий кофе попить. Прикольно, вот тоже казино, продолжение. Люди прогуливаются. 25 тонн. Друзья, вы что, я не проеду столько сюда. На знак, да? Не, Австрия тоже прекрасна. Ну, это, видите, такие места, это курортные места. Ну, как раз все для туриста, вот именно, как бы сказать. Ну, это не фермеры. Там, где работа, ну, только работает и все. Понятно, что люди чем-то зарабатывает и как-то вот отдыхать, конечно, всегда прекрасно и приятно. Мы сейчас, наверное, влево вот спустимся к набережной, может быть. Сейчас мы как-то вот давайте через пешеходный переход, хотя можно, наверное, велосипедом, пока никого нету. Киндермоды. Вот так вот для деток. Паркплац. Ну, вот так вот. Давайте к набережной. Вот так вот. Всякие такие вот батуты. Вот еще батуты, можно попрыгать. Кстати, турнички. Я бы сейчас с удовольствием тоже на турничку повесил бы, потому как нужно потянуть, растянуть позвоночник,
так нашему взору припадает. Круто. Шикарно. Да, много отелей все-таки, видите, каждый панорамные виды, какие-то люксовые номера, еще такие номера предлагают вашему, но это все стоит денег. Давайте вот сюда прокатимся. Час дня, суббота, друзья, тишина. Вот именно, знаете, как вот приехал, ты хочешь насладиться просто покоем, спокойствием, умиротворением. Кто-то ищет себе, конечно, клубешники где-то, что-то, это тоже есть в отдельных, вон там, Bentley автомобили. Так, здесь, видите, прокат байков. Я думаю, наверное, вот эти вот все пирсы, вот, они все, конечно, востребованы. Утки ждут своих кормильцев, туристов. Понятно, что не сезон. Да, друзья, мне кажется, вот это вот замок, но он как визитная карточка вот здесь. Вот эти вот люксовые номера, мне кажется, на втором этаже. Ну, там может быть столовая. Не, столовая, наверное, внизу, потому что там большие потолки. Ну, не знаю, где там у них президентский дворец, но вот Rolls-Royce стоит. Ожидает, там музыка такая играет, в принципе. Ну, и вот пирс, самое главное, вот как бы сюда. И вот такое озеро в длиною там 20, наверное, с чем-то километров. Пресное. Фух. Я рад. Рад, что так все благополучно получается. Спасибо вам, спасибо нам. Всем за это спасибо. Очень классно. Ведь кто-то сюда приезжает специально, я же, да, не специально, так получается, как бы по работе, ну, вот так, семейные фото, наверное, какие-то уикендовые, ну, давайте прократимся вправо, кафешечки утренние. Зачем так вот деревья, не знаю, их обрезать. Ну, наверное, так модно, наверное, скорее всего, не скажу. А здесь перед диваном, наверное, кабинки. Ну, я так понимаю, вот еще один из представителей отеля. Ну, он не такой разукрашенный. Ну, короче, я так понимаю, что все здесь в береговой зоне. Это, конечно, Сиблик. Огриз Амси отель. Вот так. Амси.
круто, круто вообще. Я, получается, на другую сторону уже переезжаю. А мой паркинг где-то сейчас покажу. Вон там он наверху. Я не знаю, как это будет выглядеть, наверное, скорее всего. Ну, если вон там где-то в то направление. Просто мне не видно. Фух. Ну ничего, солнышко выйдет, как говорится, через температурка поменяется, и здесь все наладится. Вот здесь даже таких камушек меньше. Или есть они по краям просто. Тут велодорожка в одну сторону. Наверное, мне кажется, я неправильно еду. Как-то так, друзья. Чьи-то яхты стоят. Или... Правильно. При том, что вчера ехал я в Италии, было плюс 17, плюс 18, 15. Тут буквально сколько там, 300-400 километров отсюда. Ну, как бы по меркам, ну, 3-4 часа езды, грубо говоря. Вот там такая температура была. Там тепло. Вот. А вот где они паркуются. Вот так вот, на таких, как бы сказать, ой, не прицепчики, а какие-то вот передвижные. Вот интересно, да? Зато можно посмотреть, какое днище, в каком состоянии, где как, ржавчина, не ржавчина. Если это, ну, металлический какой-то, а если пластиковый, стеклопластик, ну, в принципе, какое-то обслуживание можно сделать. Но опять же, я думаю, покупать, чтобы поплавать там на недельку, смысла нету. Все это идет в аренду. То есть вот это все, кто-то такой заможный человек, такой, которого есть средства, это он купил, вложился и потихонечку сдает в аренду. Вот так у людей такой бизнес дополнительный, как бы, если есть средства, их можно туда пустить, помимо того, что там какой-то завод есть, фабрика где-то, еще производство, и так вот так живут. Кстати, это, нам, мне кажется, поубирали здесь вот такие сидушки, и получаются такие вот альтанки, как бы посидеть для просто. Друзья, я уже еду, не знаю, домой еще надо возвращаться. Я просто в другую сторону. Это что, мне так кольцо сейчас делать? Круг почета такой вот. Километр на 50. Вот. Ладненько. Будем ехать назад. Интересно все. Ладно, поехали. Друзья, вот за этими кустиками, видите, отель, наверное, скорее всего. И вот его с торца как раз такой, наверное, номер или два. Вот, ну, наверное, это дорогие номера, которые вот с видом на такое озеро. Но за кустиками идет нижний или цокольный этаж, как бы первый этаж. Скорее всего, тоже как бы номера, скорее всего, да, я так понимаю. Вот, они чисто вот именно стеклянные такие, ну, как бы полностью все прозрачно. То есть, да, вы можете шторы закрыть и как бы это самое. Но сам факт еще вот перед ним еще буквально, там бассейн открытый. Он видно, как вода горячая, там теплая вода. И люди некоторые просто принимают себе вот на свежем воздухе вот такие вот. Погода сегодня вообще замечательная, классная. Вот, и принимают такие вот водные процедуры. Ну, понятно, что я там не буду поднимать по каким-то мерам, не знаю, каким-то эстетическим или что такое. Камеру я не поднимаю, ничего. Просто вам передал вот
какие пейзажи вот так вот в таких местах. Провести выходной какой-то уикенд вот здесь. Ну да, Мазерати, Порше, всякие такое. Прикольно, прикольно, друзья, мне нравится, что я посещаю вместе с вами, как говорится. Опять же, благодаря велосипеду, вот тоже как бы одна из причин. Вроде бы как бы идти там 5 километров сюда, вроде бы далековато, а прокатиться в свое удовольствие, ну почему бы и нет, а? Ну много мест очень таких красивых, вот, все для туриста предлагается. Вот так вот. Ну, кто-то скажет, есть таких и там, может быть, и в Украине, может, в России, там где-то в Дагестане, там еще где-то есть такие места, возможно, городочки. Ну, видите, как это, я не знаю, сказать бы, что это чисто именно центр курортный именно всей Австрии, ну, я бы не сказал, но тем не менее здесь красиво. Гемоноплац. Очень классно. Так, надо как-то позарядить батарейку, потому что, чтобы не это самое, вот, потому как мне проводок красный и пауэрбанк еще как бы не светится. Поехали он пока на детскую площадку, возможно, там посидим, что-то повтыкаем.